Настя, что для тебя значит слово «уют»? Ой, слушай, а ты знаешь, когда приходишь домой, все вокруг красиво, тебе приятно на это смотреть и находиться в этом, трогать, удобная, хорошая мебель, стильные аксессуары, в общем, когда все красиво. Слушай, полностью с тобой согласен. Ведь уют и это состояние души человека, когда ему хочется быть в своем доме. Да? Вопрос только один. Как этого уюта достичь? Ну тут все просто. Ответы в нашем следующем сюжете. Дом – это то место, где мы проводим большую часть своей жизни. Поэтому так важно, чтобы атмосфера, в которой мы живем, была комфортной и уютной. От чувства стиля и красоты зависит, насколько удобным и гармоничным будет жилище. В этом помогут встроенные системы хранения. В прихожей это могут быть специальные вешалки, небольшие ящики и просторные шкафы. Не стоит забывать и про кухонный гарнитур, где каждый сантиметр доступного пространства можно использовать по максимуму. Мебель в детскую комнату также можно установить с учетом расположения подоконников, электрических розеток и выступающих частей стен. На каждом этапе производства мебели мы вовлечены в процесс. Мы лично выезжаем на замер, либо я, либо моя сестра. Также на приемку приезжаем всегда лично. Как говорится, если хочешь сделать хорошо, сделай сам. Вложение в качественную мебель – это прямые инвестиции в уют, а также способ на долгие годы забыть о необходимости замены обстановки в квартире. В салоне мебели «Соло» вам изготовят мебель по индивидуальному проекту с учетом всех пожеланий. Мы следим за новинками, за трендами. В этом году трендовый цвет персиковый, нежно-персиковый, нюдовые оттенки. У нас вы это можете выбрать, посмотреть, пощупать, интегрировать в дизайн-проект, посмотреть визуально картинку и уже сделать выбор. Но процесс создания уюта на этом не заканчивается. В домашнем интерьере важна каждая деталь. Добавить тепла и комфорта в ваш дом поможет ковер. С восточными мотивами или современным узором, однотонный ковер с высоким мягким ворсом, круглый или квадратный. Оригинальное ковровое покрытие станет стильным атрибутом вашего интерьера. В новой коллекции магазина «Ковры» вы сможете найти изысканные модели из Турции и Ирана. Иранские полотна пропитаны вековыми традициями и являются символом достатка. Турецкие изделия отнюдь не уступают иранским по качеству. Они прочны и долговечны и имеют обширную палитру цветов. В турецких коврах можно и встретить противоскользящую подложку на ковре. Она называется антистеп. Ее плюс в том, что ковер по полу кататься совершенно не будет. Подложка из силикона надежно зафиксирует ковер на любой поверхности, а также увеличит срок службы коврового изделия. При необходимости сотрудники магазина быстро и качественно подгонят ковер по вашим индивидуальным размерам и подошьют его край, чтобы он не крошился. В наличии яркие и современные ковры для детской комнаты, а также бельгийские ковры премиум-класса из натурального волокна. А еще безворсовые ковры, главным преимуществом которых является то, что они легко чистятся и не осыпаются. Также в салоне у нас есть разноворсовые ковры с высоким ворсом, фактурным ворсом. Это когда у ковра идет петля, высокий ворс, и оно чередуется. Очень интересные рисунки и дизайны у них получаются. Магазин «Ковры» находится по адресу улица Ленина, 25А. Телефон +7 982 720 63 20.